Мышцы у тебя, конечно, забиты. Надо растягивать. Да. Угу. Петь, ты дома? Простите, а вы кто? Вы что тут делаете? Это Ася. Только что приехала из Воронежа. Она инструктор по йоге. Мы тебя ждем. Ася, какая Ася? Валь, ты меня, конечно, не помнишь. Я твоя сестра по папе. Решила, наконец, с тобой познакомиться. Вот, приехала, позвонила в дверь. Твой муж мне дверь открыл. Дай, думаю, рискну. Так, ты из Воронежа приехала, чтобы только со мной познакомиться? Нет. Я хочу сюда насовсем перебраться. Работу хочу хорошую найти. Мне папа дал твой адрес. Вот я решила прийти. Валю мучили приступы головокружения. Из-за них и на ногах ей устоять сложно было. Многие искали причину ее недуга, но найти ее так и не смогли. Здравствуйте. Можно присесть? Здравствуй. Устала, девонька, с дороги? Голова кружится. А ну давай-ка я помогу тебе. Держись. Заходи в дом. Успокоилась? Ой, как хорошо, прохладно стало. Не могу понять, откуда у меня эти головокружения. Анализы все в порядке, снимок МРТ чистый. Иную болезнь не просто распознать. Если не от тела она идет, а от души. Душа телу сигналы подает, а помощи просит. Понюхай и скажи, чем пахнет. У меня прям мурашки по коже побежали. И тревожно как-то стало. Тревожно тебе от того, что убежать ты от чего-то хочешь. Душа твоя беспокоится. И телу сигналы бежать подает. Потому и голова кругом. От чего ты бежишь? Да, сестрица моя объявилась. Дочь отца от второго брака. И, похоже, мой муж на нее глаз положил. Ты сдурел? Зачем ты ее в дом впустил? А что мне было делать? Гнать, что ли? Да я ее видеть не хочу. Мамаша этой Аси, мамина подруга, которую вела у мамы моего отца. А потом увезла его в Воронеж, родила эту Асю. А папа на меня забил. И что, он даже не пытался с тобой общаться? Нет. Но он недавно написал, узнал мой адрес, телефон. А я думала, что он со мной общаться хочет. А он для этой Аси информацию выпытывал. Неужели думает, что я ее куда-нибудь устрою? Да я ее на пушечный выстрел не подпущу. И ты не смей с ней йогой заниматься. Только не хватало, чтобы эта пиглица у меня мужа отбила. А почему ты решила, что она этого хочет? Может, не надо бежать от нее? Да выслушать. Не хочу я ее слушать. Ненавижу я эту Асю и ее мамашу. Утро настало. Зоренька проснулась. Роса чиста, как слеза. Не кружится головушка Валина. Вот возьми, тут заговоренное пихтовое масло, душица и другие травки. Вдыхай их аромат, когда у тебя голова закружится. Но этого хватит ненадолго. Ты должна понять, от чего ты бежишь, и перестать убегать. Ты что тут делаешь? Пришла на работу тренер устраиваться. А я не знала, что ты здесь работаешь. Теперь знаешь, уходи. У меня собеседование через 5 минут, и это вообще-то единственная вакансия в городе.
Ты что, собираешься каждый день мозолить мне глаза? У тебя совесть есть? Ну, чего ты наезжаешь-то? Ну, я-то в чем виновата? Валя надеялась, что мои масла помогут ей с головокружением справиться. Но не знала она, как мой наказ выполнить и перестать убегать от своей сестры. А что ты от внешнего мира-то прячешься? Да сестра моя объявилась. Помнишь, я тебе о ней говорила? Хочет устроиться к нам на работу. Если ее примут, то я уволюсь. О, еще чего. Слушай, хочешь, я поговорю насчет нее с начальником, чтобы он ее не брал? Он, кстати, со мной флиртует. Ой, простите. Да ничего, Семен, тут все свои. Девчонки, а займите пятерик до зарплаты. Слушай, Сем, ты вот как всегда, как так живешь? Никаких НЗ, никаких запасов, ну? О душе надо думать, а не о деньгах. Я тебе по номеру телефона кину. Спасибо. Низкий тебе поклон, Валюш. Я тебя с процентами верну. Все, спасибо, пока. Валь, а тебе что, Сем нравится, что ли? Да ты чего, у меня же муж есть. А Сем, конечно, прикольный, но балбес. Мне нужно к маме, она приболела. Ты меня подвезешь? Слушай, я не могу. Толик заходил, мы с ним по бокальчику дернули. Ты если к матери поедешь, захвати ей конверт с деньгами. Там, в прихожей. Я ей премию обещал, квартальную. Премия в конверте? Ну да. Это бонус лично от меня. Маманя, у тебя мировая тетка. Скажи Петеньке спасибо за его щедрость. Все-таки замечательный парень. А я молодец, что вас свела. Мам, ты нас не сводила. Я к тебе пришла в контору и познакомилась с твоим начальником Петей, который в меня влюбился. Лучше мне скажи спасибо, что он тебя единственную не уволил из твоего отдела. А он бы меня и так не уволил. Я прекрасный бухгалтер. Я бы карьеру могла сделать, если бы не приходилось столько времени тебе уделять. Мне? Мам, я с 7 лет в школу сама ходила и на кружки, и сама себе готовила. Я вообще-то деньги зарабатывала, потому что твой папаша нас бросил. Ни копейки не оставил. Все на мои плечи взвалил. Ладно, не бухти. Тут Ларисина дочка объявилась, Ася. Сначала пришла ко мне знакомиться, а потом устроилась к нам на работу. Я не знаю, куда от нее деться. Вот зараза! Гони ее в шею. Она наверняка такая же лживая тварь, как и ее мамаша. Подруженька моя бывшая. Как же она тебе тогда мозги запудрила? Ты даже родную мать предала. Ведь знала про измены отца с Лариской и не сказала мне. Мам, мы в детстве с тобой почти не виделись. Ты постоянно пропадала на работе. Мной папа занимался. Я с папой была близка, а с тобой нет. Конечно. Папочка хороший. Папочка тебя любил. Так любил, что бросил. Свалил к своей Лариске. Новую дочку с ней родил. А о тебе не вспоминал все эти годы. Ты никому не нужна, кроме меня. У Вали снова голова закружилась, да так сильно, что еле на ногах она удержаться смогла. Помнила Валя мой наказ – понять, от чего убегает, и остановиться. Но мысли о сестре преследовали ее. Шпагат, я тебя, конечно, посажу. Только вот твоя жена против не будет. Ага, я у нее разрешение попрошу в письменном виде. Ладно, Ась, пока. Ты что, с моей сестрой говорил? Ну да. Она меня зафрендила, мы созвонились. Какого черта она к себе лезет? Дай мне ее номер, я ей позвоню. Успокойся. Что, сдурела? Ты что, не понимаешь, что мне делаешь больно, общаясь с ней? Валя, все, хватит. Я там лягу. Мало ли, твою матери заразилась, меня заразишь. Ты что, пошел с ней переписываться? Может, у вас уже там секс по переписке? Задолбала ты меня сестрой своей, а? Валя обратилась к знахарке с головокружениями, которые начались после того, как в жизни Вали объявилась Ася, дочь отца от второго брака. Валя ненавидела сестру. Знахарка дала Вале масла и велела перестать убегать от своей проблемы. Валя решила избегать встреч со своей сестрой, но Ася устроилась на работу в спортклуб, где работала Валя. Вдобавок, Валя внезапно узнала, что ее собственный муж общается с Асей за ее спиной. Эй, ты!
Будешь к мужу моему лезть, я тебе не только с работы вышвырну, я тебе такие неприятности устрою. Я вообще к мужу твоему не лезу, он первый ко мне добавился и позвонил. Ты такая же интриганка, как твоя мать. Не трогай мою маму, и вообще хватит, хватит на меня наезжать. Не хочешь со мной общаться? Не надо, мне твой муж даром не нужен. Валь, а Валь, ты чего Асю до слез довела? Да она клинья подбивает к моему мужу. Слушай, так а может тебе сразу одним пинком от обоих избавиться? Ты же сама говорила, муж тебя не ценит, эгоист. Знаешь, как говорят, любовь живет 3 года. Вы как раз 3 года уже и живете. Мужиками в наше время не разбрасываются. Девчонки, привет. Привет. У меня новоселье сегодня, придете? Слушай, прости, Сём, я не могу. А вот Валя с удовольствием. Ну, вообще-то а она я... пойдет. Отлично, тогда сегодня в 7. Да, давай. Ничего, не переживай. Давай, развеешься заодно. У тебя очень приятные друзья. Ага, есть такое дело. Твои книги? Да. А ты, наверное, думала, что я вообще читать не умею. Ну, типа, тупой спортсмен, вечно без денег. Ну, мелькала у меня такая мысль. Да, я люблю читать книги. Ты знаешь, и деньги у меня есть. Я их просто откладываю на свой отдельный счет, чтобы фитнес свой открыть. Да у меня вообще большие планы. Семью хочу. Дом построить. Дом? Я тоже мечтаю о своем доме. А давай с тобой вместе дом построим. Сём, ты чего? Я же замужем. Извини, пожалуйста. Извини, я тебя просто неправильно понял. Я думал, ты со мной флиртуешь. Ты только не подумай, что я тебя хотел в койку затащить. Ты мне правда нравишься. Прости, пожалуйста. Я пойду такси закажу. Петь. Просыпайся. Чья это сережка? Ты что, сюда любовницу притащил? Я что, по-твоему, дебил? Это разве не твоя? Нет, не моя. Кто тут был, Ася? Валя, ну какая Ася, а? Понимаешь, ты все позоришь, а? Я еле до вас доехала. Голова кружится. Ужас просто. Сделай глоток. Не могу, задыхаюсь. Паника какая-то. Выпей, и все пройдет. Да, вроде легче стало. Паника твоя от того, что душа твоя продолжает метаться. От чего-то сбежать хочет. Да ясно, от чего. От сестрицы моей. На мужа моего вешается. Отца моего отняла, а теперь мужа. Голова, Валя, уймись. Перестань кружиться. Соберись. Отпусти все мысли тяжкие. Избавь Валю от хвори опасной. Пей этот настой, как голова кружится будет. Но то, от чего ты бежишь, тебя все равно нагонит. Не убегать тебе надо, остановиться и разобраться. Тогда душа твоя успокоится и хворь отступит. Валя решила, что головокружение ее из-за сестры происходит.
Ведь именно от нее она хотела убежать и никогда в жизни больше не видеть. Ты что, опять кофе не купила? Да я что-то забыла. Ты что, разворчалась? Да Петя связался с этой Асей, сестрой моей. Я в спальне Сережку нашла. А, так это моя. Ну, помнишь, я у вас в гостях была на прошлой неделе? Да. Ты мне платье подарила. А я в спальне мерила. Ну, так она у меня слетела, наверное. Да ладно. Черт, я ему такой скандал закатила. Ты с этим заканчивай. Не пили мужа. Петя золото. И где ты в 32 года мужика себе найдешь? А с ребенком чего тянешь? Я, может, беременеть от него не хочу. Я даже не уверена, что влюблена в него. Я, может быть, от тоски с ним связалась. Прекрати. Петя при деньгах надежный. Меня на работе на хорошем счету держит. Даже не думай с ним разводиться. Я после твоего массажа прям летаю. Уши чешутся, значит, кто-то вспоминает. Да нет, это от Сережек, от новых. Я старый-то потеряла, вот купила себе другие. А кто подарил, Калис? Ой, да кто мне подарит? Ну, сама себе подарила. Я почти такую дома нашла. Не твоя ли? Здрасте. Я в твоей спальне-то никогда не была, ты чё? Я не говорила, что нашла в спальне. Ты что, с Петей спишь? Ты что, сдурела? Нужен мне твой Петя. 100 раз. Подожди. Ты с ним всегда флиртовала. А позавчера меня к Сёме на день рождения отправила. В это время с ним кувыркалась. Ты что, сдурела? Эй, девчонки! Стопы! Стопы! Эй, брейк! Релакс, йога. Медитация. Пойдем. Валю продолжали мучить сильные головокружения. Она нашла в своей спальне женскую сережку и решила, что сережка принадлежит Асе, ее сестре по отцу. Валя была уверена, что ее муж изменяет ей с ее сестрой. Но мать сообщила Асе, что это ее сережка. Валя успокоилась, но вскоре узнала, что сережку в ее спальне обронила ее подруга Тоня, которая и была настоящей любовницей Валиного мужа. Ну, успокоилась. Что случилось? Эта дрянь спит с моим мужем. Да ладно. Как такое может быть? Тоня? Она же твоя подруга. Наивный. Хороший ты, Сём. Я даже не знаю, как тебе помочь. Хочешь, я твоему мужу морду набью? Да я ради тебя, Валь. Да не надо ничего делать. Спасибо, Сём. Ты зачем мне соврала, что я твою сережку у нас дома нашла? Это сережка Тони. Я все уже узнала. Зачем ты Петю прикрывала? Да я просто... Я не хотела, чтобы ваш брак распался. Ты же любишь Петю? Ты опять врешь. Тебе просто удобно, что я замужем за твоим начальником, который тебе деньжат подкидывает. Что? Да я о тебе забочусь. Я все ради тебя делаю. Я тебя одна поднимала. Отец ни копейкой не помогал. Вот только не надо опять начинать. Ты прикрывала отца в его изменах. Маму новую хотела, да? Папочку любила. А мама твоя всегда плохая. По матери можно ногами топтаться. Ой! Что случилось? Ой, сердце сдавило. Скорую. Вызови скорую. У меня кровь из носа идет. Голова не перестает кружиться. Ну почему? Я ведь поняла, чего я хочу убежать. Кровь человек теряет, когда теряет радость жизни. Да какая радость? Я мачу до инфаркта не довела. Она дома лежит, еле жива. Звезды на небе, да месяц белый. Месяц воду в реке освещает. Вода живая, всякую хворь прогонит. Помоги Вале водиться, прогони мысли. Дурные да мысли черные.
выпей немного. Фу, гадость. Запах затхлый какой-то. Тебе горько от того, что давным-давно было. Да. Я в детстве знала об изменах отца. Я не говорила об этом матери. У меня с ней вообще контакта не было. Она мной не интересовалась. Отца я любила. Я хотела, чтобы папа женился на маминой подруге, и они бы забрали меня к себе. А папа сбежал в Воронеж и бросил меня. Зря только маму предала. Ты от себя бежишь, от своего прошлого. От того и хворь тебя мучает. Сперва голова кружилась, а теперь и кровь носом пошла. Ты винишь себя в том, чего не было. И от этого ты сбежать пытаешься, прошлого не изменить. Избежать от него не получится. Ну что же мне делать? Мне теперь будет постоянно голова кружиться, кровь идти. Вдохни. Вкусный запах. И на душе легко стало, как в детстве никогда не было. Этот дым барвинка помог твоей душе на время успокоиться. Головокружение, кровотечение тоже прекратятся на время. Но используй это время правильно. Разберись и примирись со своим прошлым. Перестань убегать от него. Иначе хворь вернется навсегда. Не знала Валя, как наказ мой выполнить. Не могла она примириться с прошлым. Корила и грызла себя за то, что семья их распалась. Говорим? Я не хочу тебя видеть. Как я могла с тобой вообще дружить? А, вот как. Прав был Петя. Ты злая, некрасивая истеричка. Как он вообще на тебя женился, я понять не могу. Не смей. Сейчас охрану позову. Девочки, вы чего? Валь, чего случилось? Она спит с моим мужем. Это просто карма какая-то. Сначала твоя мать у моей матери мужа вела, а теперь моя подруга у меня мужа вела. Валь, да не так все было. Отец ушел от твоей мамы, потому что узнал, что ты не родная дочь. А слушай, когда тебе было 10 лет, вернулся твой биологический отец, и мать спуталась с ним снова. Что ты несешь-то? Валь, я тебе правду говорю, честно. Да, ты не родная дочь, но он всегда тебя любил. Он всегда хотел с тобой общаться. Он тебе даже деньги высылал. Твоя мама их брала, но с тобой видеться запрещала. Зачем ты все это выдумываешь? Валь, зачем мне такое выдумывать? Ты бы хоть раз с ним нормально поговорила, выслушала бы. Я понимаю, что тебя мама постоянно накручивает против него. Но ты не представляешь, как он переживает. Валька в дурь прет. С мужем хочет развестись. Я ей не позволю. Он же мой кормилец. Не дай бог с работы попрет. Ой, целый спектакль пришлось разыграть, чтобы внимание ее отвлечь. Так вот что значит. Петя твой кормилец, а я могу тебя от кормушки оторвать, да? Ты все не так поняла. Я... Какая же ты эгоистка. Ты мне все время врешь. Папа отправлял деньги, хотел со мной видеться, а ты ему не разрешала. Хоть он и не мой настоящий отец. Мне Ася все рассказала. Я уже с папой договорилась, и он мне сам обо всем расскажет. Нет, не смей. Я тебе не позволю. Я всю жизнь ради тебя. Я... Да что? Ну что ради меня? Я все детство была либо одна, либо с бабушкой. Ты никогда для меня ничего не делала. А я для тебя и кухарка, и сиделка работала. Предательница. Предательница – это ты. Валя развелась с мужем и начала встречаться с Семеном. Он ей предложение руки и сердца сделал. А с сестрой она подружилась. Со временем она простила мать, но тесных отношений
у них больше никогда не было. Хворь не возвращалась, потому что Валя перестала себя винить и убегать от прошлого. Голова может кружиться, если с прошлым своим не в ладах.